Всем-всем-всем доброе утро! С вами Полина. И сегодня на календаре 6 июля. А это значит, что нас ожидает очень насыщенный день. Ведь именно сегодня состоится 6-й международный хореографический конкурс «Dance Creative». Многообразие стилей, буря эмоций и веселая жизнерадостная музыка. С раннего утра наши участники готовятся представлять свои танцевальные работы. Волнуются, переживают, гладят костюмы и повторяют и так отработанные комбинации. Ну а как же иначе? Однако, все это не должно мешать нашим участникам настраиваться на рабочий лад. Чем удивят нас ребята сегодня? Что они подготовили для конкурсной программы и как сильно переживают за кулисами, мы узнаем чуть позже. А сейчас мы отправимся к нашим юным танцорам, чтобы увидеть процесс подготовки изнутри. Вы сильно волнуетесь за своих учеников? Конечно, волнуюсь. Даже ничего говорить не могу. Мы хотим, чтобы наши дети оправдали как бы наши надежды и свои надежды. И сделали все, как мы их учили, и даже больше, потому что они зарядились этой энергией, которая творится в лагере. Прямо мы надеемся на них. Мы их очень любим. Верим, что они оправдают наши надежды. Вы сильно переживаете перед выступлением? На самом деле, да, потому что конкуренты очень сильные, но я надеюсь, что мы справимся, мы подготовились, и все будет хорошо. Ну, перед выходом на сцену обязательно нужно размяться. Если мы будем не размяты, то, мне кажется, ничего не получится. Большинство людей, все, даже мы, очень много повторяют комбинаций. Ну и, скорее всего, это очень сильно успокаивает. У нас есть своя личная кричалка, когда я им даю кусочек себя, своей энергии, уверенности. И дарю им всем, смотрю им в глаза, они смотрят мне в глаза. Мы кричим кричалку и говорим «Ура!» и идем на сцену. Чего вы ждете от сегодняшнего конкурса? Ну, конечно же, талантливых постановок, хороших танцоров. Но я думаю, что и, конечно, чтобы каждый участник просто кайфовал на сцене. Что бы вы хотели пожелать нашим юным танцорам перед началом? Я думаю, что терпение, спокойствие и такой вот холодного рассудка, когда выходишь на сцену, это самое важное, чтобы так трезво оценивать ситуацию и просто показать то, чему научился за предыдущее время. До самого ответственного события лагеря остаются считанные минуты. Сейчас мы узнаем у оргкомитета, все ли готово. Ирина Юрьевна, к началу конкурса все готово? Все готово. Свет готов, музыка готова, участники в полной боевой готовности, члены жюри на месте. Какие у вас ощущения и впечатления от выступлений? Очень классные, позитивные. На самом деле просто буря всяких ощущений. Ты выходишь на сцену, тебе аплодируют. Это большое счастье. У меня восторг, потому что это очень большой опыт выступать на такой сцене под присмотром такого жюри. Thank you.
пожалуйста, как вам просмотренная конкурсная программа? Ой, мы с некоторыми коллективами уже видимся не в первый раз, и приятно осознавать тот факт, что некоторые коллективы выросли, что не может не радовать. Значит, наши мастер-классы, проводимые ежегодно, проводятся не зря. Кстати, очень интересно, потрясающие коллективы. Есть очень талантливые ребята, на которых интересно смотреть, с которыми действительно что-то происходит. Вот, даже в театре сегодня есть артисты, с которыми ничего не происходит. И таких спектаклей очень много. А здесь все молодые, переполненные энергией, смыслом. И я просто в восторге, на самом деле. Пролетели вот на одном дыхании все номера. Техника с каждым годом исполнения все растет и растет. Видно, становятся авторские почерки балетмейстеров. Ну, кто-то выбирает разные пути, кто-то выбирает пути, скажем так, действительно какого-то нетривиального подхода, кто-то больше следует по пути какой-то штамповости. Я думаю, что в этом тоже есть некое развитие. Самое главное, что, в общем-то, дети выходят, они делают это честно, они делают это искренне, это делают настолько, насколько вот руководители и преподаватели с ними работали. То есть я могу сказать абсолютно, что ни одни из участников не подвели своих руководителей. Ну вот и подошел к концу этот прекрасный, наполненный позитивом и переживаниями день. Теперь участники могут вздохнуть с облегчением, а жюри предстоит ответственная работа – оценка наших ребят. С вами была Полина Братищева. До встречи на сайте artalant.com.